Буквально неделю назад в Москве запустили МЦД-3 с поездами Иволга 3.0. А мы с вами на выставке продвижения Экспо в северной столице уже можем поближе познакомиться с электропоездом Иволга 4.0. Это следующий шаг в развитии платформы поездов для МЦД, которые отличаются повышенным уровнем технических характеристик, пассажирских сервисов и, что важно, технологическим суверенитетом. Главное отличие Иволги 4.0 от предыдущей модели – трехдверное исполнение. То есть количество дверей в одном вагоне – 3 вместо 2. А значит, посадку и высадку пассажиров можно будет производить быстрее. Внутри более 600 мест для сидения. Бестамбурная конструкция, LCD-видеоэкраны – вот они. Система кондиционирования с обеззараживанием воздуха, адаптивное освещение, приоконные столики с беспроводными зарядками. В креслах, кстати, также есть зарядные разъемы. Вот они. Конечно же, сохраняется высокий уровень комфорта и для маломобильных пассажиров. Ткани и искусственная кожа, которые используются для кресел Иволги, имеют высокий стандарт пожарной безопасности. То есть они не поддерживают горение. Проводим эксперимент. Зажигайте. Не горит. Немножечко тлеет только, да? Все продумано. Место для парковки велосипедов, для колясок. Давайте заглянем в кабину машиниста. Система управления и программное обеспечение полностью спроектировано и произведено в России. Здесь два монитора управления, а разгоняться Иволга 4.0 может до 160 км в час.